Всем привет! С вами Фанатик, это игра Age of Wonders Planet Fall, и я продолжаю прохождение кампании за Амазонок. В прошлый раз я начал атаковать города Берхане, этой подлой предательнице, и, собственно, потихоньку начал продвигаться. Один город уже захвачен, второй город тоже сейчас ждет своей участи, и буду продвигаться далее вглубь. Правда, вглубь будет тяжеловато, конечно. Здесь как минимум два больших города. С ними будет совсем непросто. Надо попробовать как-то при поддержке дварфов, что ли. Но они со мной союз не хотят заключать. По той простой причине. Тут что? Какой-то квест у меня. Найти агентов Сапфа. Амазонок. Короче, Дидону надо найти. Короче, надо что мне? Отправить туда разведку? Получается, да? Получается, да. Сейчас я тогда... Вот эту... Блин, эта пчела у меня полностью модифицированная. Это тоже... Ну ладно, они летающие. Отправлю их. Давай, лети сюда. Мне нужно добраться на разведку. Вот здесь я хотел бы, конечно, космит себе заполучить, чтобы более продвинутые юниты у меня были в армии. Но с такими вот героями они, конечно, прокачаны немножко. Но вот эти вот некоторые вообще без модуля. Вот этот вообще без модуля. Надо ему что-нибудь поставить более такое мощное. Тут кинетический урон. Ну, не знаю. Заражение побегами смысла, наверное, мало ставить. Каких-то вот именно на кинетический урон у меня нету приколюх. Можно, конечно, охотничьи луки одеть. Но это тоже такое. Либо вот лазерную винтовку. Ты 22 кинетического урона. И отряд. Это может входить в состояние охраны. Это понятно. Здесь... Лазерка поменьше наносит. Блин. На лазерку хотя бы модификации есть. Псионические кулаки можно поставить. Импульсная винтовка. Электричеством бьет. У меня для этого ничего нет. Ничего у меня для этого нет. На танк бы ее на самом деле посадить. Было бы очень даже неплохо. У меня тут какая-то из вот этих вот... Да, вот это. Я тут недавно заполучил танк. Надо дать ей танчик. Ну, тут стоит модификатор на поджигающий модуль. Ну, защитные огнеметы вроде бы как поджигающие. Лунь, кстати, появился летающий. Ну, неплохо. Танк, танк, танк. А это у нас средство передвижения 3. Да, давай тебе танка. Подтвердить конфигурацию. Будешь на танке кататься. Ух ты, крутой. Какой-то дварфский танк получается, да? А, тебе бы... Ладно, давай тогда тебе я выдам лазерную снайперскую винтовочку. И поставлю поджигающий модуль. И поставлю... Что-нибудь, ну, например, догмат исцеления было бы неплохо подтвердить. Вот эту вот подругу улучшить у нее. Кстати, заражение побегами можно воткнуть. Вязкий раствор. Нагрузка на мозг. Не знаю, даже не знаю. Давай вязкий раствор и ионный раствор. Нет. Тогда обнаружение поставить. Труднее было попасть. Мне нужны модифицированные отряды. Он мог сражаться более-менее адекватно. Здесь на элите получает она точность, ловкость. В принципе, не так плохо. Ты тоже. Обход охранных систем. Ну, когда пчелка вернется, можно будет попробовать. А пока пропускаю ход.
Кстати, вот здесь надо тоже мне в столице заняться вопросами строительства. У меня наконец-таки закончилась эта дурацкая, блин, ерундовина. Вулканическая порода и восстание тоже закончилось. Опа. Что? Можно еще одну присоединить? Ну тут шахта. Здесь еда, наука. Здесь тоже шахта. Блин. Тут фигня какая-то, тут тоже фигня какая-то. Ну, вот это неплохо, кстати, шахта. Давай-ка присоединить вот эту область к городу. Будет совсем не лишним. Разбиваюсь. Так. Исследование завершено. Это супер. Что тут у меня строится? Тут я уже так могу и неплохо нанимать. Гидроманты, прародительницы. Так. Тут бунтовщик последний, военный режим закончится, и у меня начнется дикий прирост. Плюшек. Так, купить сейчас стоит на 20% меньше за каждый отряд колонистов. Так, а здесь минус 20 цене всех отрядов. Так, вот это вот давай. Энергосистему. Минус к цене всех отрядов. Это неплохо, кстати. Вырос город практически уже как и столица по уровню. Это же прекрасно. Я бы даже сказал, это просто замечательно. Что я могу здесь построить? Я могу здесь построить 20% науки за общественные исследования. Плюс один за каждого колониста, либо 20% за военные исследования. Давай военные исследования. Мне нужно побыстрее как-то вот этих вот община тиранодонов изучить. Это же военные исследования, я так понимаю. А потом выйти вот на дендроид матка. Это вообще будет ништяк. Корнетрясение, мощное опыление, новый побег. Вообще прям биопушка. Крутота. Крутота. Если модифицировать ее, будет совсем неплохо. Мне как раз такие вот юниты сейчас нужны. Значит, двигаясь сюда. Что это? Эта область отсоединена от колонии и не будет приносить никакой прибыли. Эта постройка закрепляет область за ее владельцем, расширяет ее владение. Так она вроде ко мне присоединилась. Разве нет? Вроде как да. Ну что, идти на столицу еще, наверное, рано. Надо подождать как минимум цветочки. Тут что приносит мне энергия и производство. Неплохо. Так, ты, значит, двигаешься вот сюда вот. И цветочки мои, которые я накупил. Одна пчела и два семимета, или как-то так они называются. Их тоже надо бы модифицировать. Потрачу, правда, на это весь космит свой, но надо этим заняться вопросом. Во-первых, заражение побегами. Это полюбасику. Далее. Целебные споры. Давай. Что она дает? 10 хп помимо лечения, да? Щит раскаяния, может быть, дать. Если его будут атаковать. Пусть получают выжженную душу и дезморальку. Но нагрузка на мозг лучше поставлю. Давай. Отвердить. Тут то же самое. Заражение. И звездец у меня закончилось. Закончился у меня космит. Вот это жестко, конечно. Но ничего.
Надо как-то сюда еще прорваться все-таки. Сквестик выполню по разведке местности. Далее. Здесь космит тоже. Давай-ка я прогуляюсь вот сюда. Правда, присоединить эту область вряд ли получится. Я еще могу что сделать? Я еще могу, в принципе... Установка системы наблюдения. Давай, подготовлю вот эту вот. Внимание! В арктический будет планета преобразована. Создана область. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, ты двигайся сюда. Посмотрим. Можно построить фортпост за 20. Давай, построю-ка я фортпост. Опасная зона. Так, пофиг на опасную зону. Это не важно. Добыча. Голиафа. Вы собираетесь разорвать альянс. Ты что, издеваешься? Какой там разорвать альянс? Блин, зря я ей отдал эту область. Надо потребовать ее назад, пожалуй. Слышь ты, переговоры. Переговоры. Отдай мне вот эту вот область, пожалуйста. Уравновесить сделку. Та! Пошла ты нафиг. С дварфами, значит, союза не будет. Сами справимся как-нибудь. Так, ты тоже давай лети. Кирка, я так понимаю, ко мне тоже присоединились. Только у них, что ли, один город только? Все? Да нет, вроде бы два города. Почему я их на карте не вижу? У нас разве с тобой нет союза? Эй, дядька. Соглашение об орбитальной телепортации. Равновесить сделку. В смысле, ты что? Альянс-то у нас есть. Обмен разведданными. Через два хода только можно будет сделать. Хорошо. Через два хода палюбасику надо это будет провернуть. Что здесь можно посмотреть? Всесвятыня. Ну, посмотрим, что тут. Перемещение Берхане. Берхане, видимо, собралась захватить вот этот город, да? Мне тогда надо возвращаться вверх, потому что это будет проблемка, если она его заберет. Смотри, рвануло. Здесь всего лишь трое, значит, после того, как я отобьюсь, надо будет рвануть туда, к ней. Значит, что? Производство пушек завершено. Довольство, энергия. Прекрасно. Создан фортпост. Еще лучше. Так, ты давай двигай сюда. Пока что. Так, битва... Сапфору. Это все от нейтралов, да, чистит везде и всюду. Сообщение. Опасные автономы. Выполнить задание. Где это находится? Это возле моей столицы, блин, автономов выселили. Высадили. Вы издеваетесь, там, блин, их 6 штук. Ну, награда хорошая. Ладно, давай. Один фиг, они никуда не денутся, если даже задание не приму. Предложение от Берхане нет. Никаких перемирий не будет. Отвали от меня. Что пристало-то? Теперь. Установка систем наблюдения. Куда бы мне ее поставить? Например, вот сюда. Буду палить.
Вражин. Как минимум разведка, да? Неплохо. И еще надо мне воткнуть опутывающие заросли на второй город. Начать подготовку. На этот я уже вроде бы набрасывал. Или она сняла? Сняла ты? Походу сняла опутывающие заросли. Печально это. Так, я возвращаюсь вот этим героем назад. И цветочками тоже подтягиваюсь. Сейчас будет великая битва. В скором будущем. Так, ты лети. Лети, 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 лети. Поселение автономов, что ли? О, хвала матери, как хорошо, что ты меня нашла. Мой ездовой зверь сбежал, и я осталась тут. Пешком я передвигаюсь медленно и без клювонога чувствую себя уязвимой. Если найдешь мне нового клювонога, я употреблю свою силу в помощь тебе. Здравствуй, сестра. Ты должно быть Дидона. Мы искали тебя и Калиоптру. Хорошо, что ты жива и здорова. Мы найдем тебе ездового зверя. Так, принять награду. Амазон Калунь. Да давай. И уничтожить отряды. Блин, ну... Одной пчелой я, конечно, отряды никак не уничтожу. Жесть, придется вот этими всеми бежать на всех парах. Кто ж знал-то, ё-моё. Так, пчелка. Тебя не грохнет, а вот эта вот дрянь. Она еще модифицированная, будет жалко ее потерять. Новый атомный генератор. Это что такое? Владелец автономы. Ну, понятно. Насоваться не стоит. Значит, лунь у меня еще есть. А давай-ка я тебя отправлю, например, автоисследование. Тут оборона завершена, да? Элитные отряды неинтересно, ботанические сады неинтересно. Улучшает ополчение колоний. Давай, ополчение колонии и ополчение колонии. Мне нужно максимальное ополчение, чтобы было у меня на защите. Пропуск хода. Сломали, да, мою, блин, разведку или нет? Нет, не сломали. Здесь вот еще 16 уровня город. Охренеть. Охренеть у нее городов. Ладно, опутывающие заросли запустить сейчас. Начну с вот этого города. На три хода это всего лишь. На три хода указано, кого не получают. И тут вражеские войска. У меня как раз прирост энергии десяточку. Вот только арктический начинается везде. Автономы что-то от меня хотят. Алгоритмы... Нет, нет, нет. Отклонить. Автономы, идите вы в пень. Я с вами не хочу дружить. И значит, давай бегом. Мне нужно грохнуть. А сколько мне дали ходов на уничтожение этой цели? Я же отменил опасных автономов. Вы чё? А, нет. Это задание от Вегеталии. Нет, тогда не отменил. Тут времени нет, а вот здесь вот время есть. 9 ходов. Монитор, плазмоид, блин. С этими, блин, хрен справишься. Так, лунь полетел у меня на разведку. Я даже не знаю, луня, наверное, на разведку уже и нет смысла большого отправлять. Возвращайся-ка ты назад. Как бы мне и автономов убить, и то задание выполнить. Ну, давай пока сюда. Попробую расправиться с автономами, что ли. Так, ну что, двигаю. Двигаю, двигаю, двигаю. Лазурный шрам. Тут у меня что?
У меня цветочек и герой, да, один. Который ближнего боя. И где еще второй отряд? Вот он. Значит, двигай сюда. Соединяешься с вот этим вот. Прекрасно. Ну и теперь вдвоем будем идти и ловить вот этих вот засранцев. Она тут плавает, ты понимаешь, устраивает мне гадости. Ладно, пчела, ты тогда тоже лети пока что вот сюда. Эти никуда не денутся. Можно построить форт-пост. А давай пост. Нет, с автономами нет. Не хочу. Не хочу я нарушать их границы. Посмотрим, что предпримет Бархане. Куда она двинется. Ох, ё-моё. Ё-моё. Герой. Ух ты. Ничего себе. Мираж второго уровня. То бишь у него прокачано сразу получается. Еще и 10 уровень героя. За 300 энергии. Да давай. Мне здесь как раз очень нужен герой, которым я могу. Управление ветеран. Это третьего уровня. Нет. Значит, взятие контроля нервной системы. Попытка захватить указанный отряд. Полюбасику берем. Жизнестойкость берем. Жизнестойкость, значит, беру я тоже. Далее. Меткий стрелок. Вот это надо. Меткий стрелок 2 тоже надо. Специалист дальнего боя возьму. Так, модульное расширение позволяет герою использовать дополнительную модификацию. Прекрасно, беру. Облако оживляющих спор. Герой создает облако оживляющих спор, восстанавливающих ему и соседним дружественным биовойскам, киборгам 8. В конце каждого хода тактической битвы. Поддержка стратегических операций. Сила операций повышается на 6, если этот герой находится в области применения операций. Давай. Супер. Подпитывающие споры. Армия героя окружена спорами, которые восстанавливают здоровье отрядов этой армии, питаясь убитыми врагами. Давай. Будем подпитываться. Ловко. Универсальный камуфляж. Щитовая батарея. Искусный образец щитовой батареи повышает защиту всей армии. Берем удар в спину. Этот герой не упускает ни единой возможности. И его способности фланговый боец позволяет наносить на 25% больше урона с фланга. Спасательный модуль. Когда этот отряд падает, здоровье этого отряда падает ниже нуля, он автоматически телепортируется на случайную позицию в радиусе 3 клеток и восстанавливает. Прекрасно. Беру. Дальше. Атаки оружием дальнего боя получают 15 точности. Нет, из укрытия не интересно. Осталось у меня 4 очка, да? Удар в спину ему может быть взять. Или пехотного командира. Да тут. Всестороннее обнаружение. Давай вот это. Подтвердить. Шикарно. А теперь осталось только его модифицировать. 4 ячеечки. Вообще будет супер. Щит раскаяния. Да, давай. Подтвердить конфигурацию. Хотя бы щиточек тебе дам. Это же прекрасно. Теперь у меня 2 боеспособных юнита. С этими я, наверное, справлюсь все-таки. Победа Сапфору. Ух ты. Этот плавает забавно. Исследование завершено. Дипломатия, либо больше космита я смогу добывать. Городе, да, это же супер. Расширение электросети. Что мне это даст? Установка системы электрозащиты обеспечивает визуальный контроль. Что дает?
На более высоких уровнях система защиты становится такой мощной, что увеличивает во владениях колонии защиту от операций. Давай вот эту штуку я исследую. Полезно. Полезно, полезно, полезно. Очень даже полезно. Сколько стоит мне операция заросли 100 энергии и 10 очков? Ага. Ну давай подготовить. Буду кидать поочередно. 100 энергии у меня, в принципе, пока что есть еще. Так, ты двигайся. Давай по дорогам. Надо задание от автономов выполнить. Там награда, то есть от вегеталей, уничтожить автономов. Там награда такая неплохая, в принципе. Надо будет этим заняться. Ну что же, куда мне двигаться? Либо идти сразу штурмовать... О, мысли. Да ладно. Фига себе, она захватила. Да ты красавица просто. Просто шикарно. Это ж союзник мой, да? Я правильно понимаю? Договор... А, нет, это Берханэ. В смысле? А это кто тогда? Это Берханэ. А почему цвет войск какой-то другой? Нет, это похоже на вот эти вот войска. Нет. Или это Керку? Это Керку пришли атаковать. Прекрасно. Прекрасно. Мне же легче. Тогда надо отряды Берханэ вот эти уничтожить. Чуть бегом. И потом направо пойдут. Двумя отрядами буду воевать там. Требуются указания, пока что жди. Жди, 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 жди. Что здесь можно сделать? Больше ничего не могу построить. А, единственное, что я могу построить здесь. Космит. Больше космита я же изучил, изучил. Теперь надо больше космита себе заполучить. Несколько ходов, кстати, прошло. Надо обменяться разведданными обязательно. Обязательно надо обменяться разведданными. Так, дипломатия, значит, ты. Переговоры. Обмен разведданными. Разрешить строительство. Отправить предложение. Прекрасно. Я так понял, я получил то, что хотел, да? Разведданные. И чё? Чё не поменялось? Вы обнаружили черту характера. Купец. Ха. Инфраструктура. Штурмуют усердно. Так. Значит, ты продолжаешь свое движение. Надо автономов размазать. Просто по стеночке. И где пчелка моя? Пчелка тоже подтягивается. Давай, соединяйся с вот этим отрядом. Будем атаковать. Будем атаковать. Подлецов, стервецов. Куда делась Берханэ? Текает, да? Хорошо. Давай тогда за ней следом. Космит потихонечку копится. Надо улучшить второй цветок. Нет, не этот, вот этот получается, да? Надо модифицировать и пчелу тоже. И вот эту вот подругу. Лишним не будет. Здесь модификации стоят. А у этой модификации... Да даже и нечего поставить. Самое что интересное. Догмат исцеления, если только лишь. Подлечиваться. Так, ты пока что жди. И пропуск хода. Куда? Но он, они текают, текают, текают. О,
Вот еще и отряд получается. Она выбила, что ли, Херку из своего города. Заросли запустить. Нечего там развивать тебе города. Так, ну и что? Давай, погнал. Разберусь-ка я с автоматонами. Силы у меня, конечно же, больше. Блин, но если автобой влупить, могут погибнуть все вот эти вот юниты. Ладно, давай. Автоматическое сражение. Никто не погиб. Вот это неожиданно. Не, награду я беру, конечно же. Награда — это прекрасно. И сразу же космита у меня на 5 больше стала производиться. Это же шикарная новость. Просто шикарная новость. Вот эту тогда подругу насканируют, да? Чего может быть убрать? Она... Блин, они все такие полезные. Жутко полезные. Этот на танке. Вот это самая бесполезная снайпер, которая. Это тоже достаточно слабый. Хотя Троян, энергосеть как раз против киборгов. Сама то, что надо было. Ладно, подожду один ход. Потом буду двигаться в направлении атаки. Бегом. Это надо захватить. Пока жди. Здесь больше строить нечего. В смысле, я могу и вторую постройку тоже воткнуть. Или она заменится? Давай попробуем. Вот это и вот это. Чтобы больше мне дипломатии капало. Дварфы там что-то эти начали в атаку идти. Правда, у них все пчелки какие-то. У дваров, блин, пчелки, вегетали, у дваров. Не, я бы понял еще, если бы у него были автономы. Зачем ему вегетали? Странно. Ох, это странно. Что произошло? Захватить и присоединить область. А давай. Захватить и присоединить. К Тадору. Тадор у меня присоединился. Это же супер. Защитную инфраструктуру. Нет, пока вот так. Потом башни, потом вот это и вот это. Чтобы ополчение было обалденное. Требования автономов. Пошли нахрен. Если я не выполню требования, он объявит мне войну. Да ты что, издеваешься, собака такая, а? Блин, ну воевать мне с ними не с руки. Придется выполнить требования, отдать 28 космита. Что, здесь 3 уровня город? Ну окей. Плюс герой. Войска, конечно, у него такие себе. Правда, они полностью все модифицированные. Так, давай-ка сюда. Буду пробовать воевать. Значит, ты отходишь. Ты присоединяешься. И сюда сунем. Что с тобой делать? Пока отправляю я тебя, наверное, назад. Вот эти три героя хорошо себя показали, в принципе. Погнал теперь сюда. Конец хода. Блин, мне надо больше космита на модификации. Эти долбанные автономы взяли, у меня 28 космита отобрали. Чтобы его
Это тоже куда-то летит. Будет нападать на Берхане. Если да, это прекрасно. Блин, город, даже при том, что я постоянно кидаю опутывающие корни, растет как на дрожжах, я смотрю. Летить, колотить. Но в любом случае мы ее со всех сторон окружаем. Это прекрасно. Надо, наверное, мне еще вот такую штуку подготовить. Запустить сейчас. И построить ее где-нибудь. Вот здесь, наверное. Разведку. Палить все. Конечно, может сломать, но 40 энергии не так много на самом-то деле. Так, ты возвращаешься, ты тоже по своим делам летишь. Ну и теперь ты вместе с тобой, да? Будем атаковать вот этот город. Тут ополчение всего 3 и 2 армии. У меня мощность армии намного сильнее. Наверное, автобой. Пчела все-таки погибла. Ну, пчела не модифицированная, поэтому, в принципе, не важно. Поглотить, конечно же. Конечно же, поглотить. Здесь я пока что буду модифицировать. Здесь у меня лечебные, а вторая будет со спорами счастья. И... тоже вот эти мозговые нагрузки. Подтвердить. Все. Модификация. Забросил. Щит раскаяния давай. И догмат исцеления тоже давай. Модифицируем все, что можно модифицировать. Вот этот цветок тоже было бы неплохо подготовить. Кстати, основной герой качнулся. Боевые кличи ей можно дать. Герои получают способность просветления, все атакующие. Вот это так, это бессмысленно, хотя можно было бы снять... А, так у меня не стоит. У меня не стоит, тогда давай вот это. Камуфляжи, контратаки. Или жизнестойкость взять лучше будет. Воздушный командир. Давай воздушного командира. Все-таки я возьму подтвердить. Чтобы вот эти летающие наносили еще больше урона. Так. Так, далее. Здесь. Цветочек. Заражение побегами. И звездец. И космит закончился. И космит закончился. А ты тоже апнулась, да, получается? 5 очков. Этот герой получает 8... Эксперт по биологии. Герой обучает свою армию свойствам биологического оружия, способен улучшать свои тела, что дает биовойскам и киборгам в армии сопротивляемость. О! Супер! И вот это. Давай. Давай. Вот это будет прям имба. Это будет прям имбище. Требуется указание, пока что давай защитим. Постоим. И потом буду двигаться вот на этот город. Что? А мне, я знаю, 3 очка есть. Неважно. Это неважно. Ага, там подтягиваются войска, но пока только 4. Блин, еще кто-то бежит. Надо как-то их прихватить, не получится. Тогда иду на этот город и захватываю его. Я тут снизу дворгоны идут. Ну, не знаю. Скоро у меня исследуются тиранодоны. Надо будет попробовать тиранодонов. Пустоши. Следующая будет, да, у нас. Довольство космит. 23 космита получено. Прекрасная новость. 23 космита. Это просто обалдеть. Погрузилась в... Блин, ну серьезно? Целый ход парафукал получается. Ладно. Ладно, здесь продолжаю улучшать.
раз у меня появилась такая возможность. Целебные споры взять тебе, наверное, стоит. Хотя вот тут у пчел есть целебные споры. Зачем? Ступор. Вязкий раствор. Давай, вязкий раствор и споры счастья. Подтвердить. Окей. Все. Космит потратил. Ну а теперь двигаюсь дальше. Осади там войска подвели. Я туда лезть пока что не буду. Пропуск хода и пропускаю. Что происходит? Драка. Берхане дерется с моей союзницей где-то. Вегетали. Хотят, чтобы я уничтожил какое-то ущелье. Да давай. Сейчас я только вот этих вот уничтожу, а потом ущелье. Сколько ходов мне на это дается? 10. Да, за 10 ходов справлюсь. Община тиранодонов. Прекрасная новость. Просто замечательная, я бы даже так сказал. И теперь последнюю военную технологию изучаю. То здесь строить больше нечего. Все построено. Только лишь воинов можно клепать. Например, амазонка тиранодон 7... А, нет. Прихода. И присоединить область можно. Или присоединена область. Или можно присоединить. Если можно присоединить, я вот эту присоединю. Потому что здесь космит. А космит очень важно. Космит очень-очень нужно. Кто победил? Ага. Она захватила у нее город. Да ты молодец какая. Какая ты молодец, слушай. Это же супер новость. Так, мы сейчас быстренько Берханы размажем. Так, тут тоже все построено, в принципе. Казармы. Амазонки-копейщики. Давай вот эти. Элитный комплекс. Чтобы я мог нанимать нормальные войска. Здесь что? Наука. Давай вот это. Давай вот это. Потом вот это. Ну и что, погнал. Погнал, поплыл. Туда. Ну и здесь, получается, надо штурмовать город. Дойду я. Вполне себе. Вторым отрядом тоже. Тут тоже отряд сидит. Причем... Это 4 уровня, слабо. А вот Берхане 12-го. Биохимические атаки. 30% урона дает. Ух ты. Это сильно. Пробую атаковать. Тут ополчение и ее отряд. У меня сила нападающего все равно выше. Давай в реал-тайме. Зачудим битву. В реал-тайме зачудим немножечко битву. Посмотрим. Блин, там и турели. А турели не рассчитываются в расчете итогов. Я мог бы и слиться, если на этом. На автобой бы ворвался.
Ну, в основном у нее какие-то лучницы обычные, серьезно, даже некоторые без модификаций. А, ну это ополчение. Я все понял. Без модификаций это ополчение. А вот с модификациями. Умные капсулы. Тяжелые раны, больше хп, обалдеть. Ладно, что вы думаете? У меня тут два цветка с хилками. Вам ничего здесь не светит, ребятушки. Хотя пушечкой. Радиус, конечно, атаки у нее 5 клеток, вообще ни о чем. Практически ближнего боя. Но в любом случае, цветками надо подползать и бомбардировать все, что можно здесь. Семенами. Вот так, например. Люх. Хорошо пошло. Достану. Да, давай. Пух. Есть. Ха-ха-ха-ха. Четко. Четко получается. Ну, теперь вперед. Ядовитой пыльцой не достаю, но подойду поближе, потом достану. Значит, снайпер, занимай свое место 11 уровня. Пистолету я, конечно, не достану, но ничего страшного. Так, ты сейчас как бафнешь, всех. Только сначала надо подвести. Ну и на следующий ход я, пожалуй, лучше бафну. Пчелку поставлю вот сюда, которая с хилкой. Пусть лечит. Барону. Лунь. Лунь сюда подлечу. Деф. Ладно, ты подходи сюда. И тоже деф. Пчела, 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 пчела. Давай-ка займу позицию над тобой. Все, вот отсюда хрен вы выбьете нас. Тактические операции можно будет применить на следующий ход. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Бессмысленно. Оу, биохимическое истощение. Ну тут реально биохимическое истощение поможет. Ой-о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 й. Ого. Это мощно. Что, он переманил, что ли? Он, походу, реально переманил на свою сторону. Надо этого героя убить срочно. Прям срочно. Щитов набросали. Ну ладно. Всех поизучали, блин, щитов набросали. Главное, что на цветка слепота не подействовала. Кого зарутало? Кого ты зарутал? Не пойму. Что за жесть творится? Замедлили двоих, получается. Ну, мне, в принципе... А вы достали, ля. Пипец, всех послепили. Вот это не очень хорошо. Что я могу здесь применить? Могу применить первичное подчинение. Вот, например, на тебя. Управление животными. Так. Атаковать я сразу не могу. Ставлю в деф. Ага. Это что дает? Спрей с феромонами выпускает, которые может до конца битвы наложить ведомый разум. Не достаю. Ну, тогда атакую вот этого вот. Заплевал. Четенько. Единственное, надо было перед этим вот так сделать.
Опа. Боевой клич прям. М-клич мог бы, в принципе, уничтожить сразу. Бомбардировки у меня нет. Слепота наложена. Вообще никуда не попадаю, да? В принципе, вне зоны видимости даже. Блин. Давай-ка ты тогда лечение наложишь на всех. А вот этим вот цветочком я буду шмалять. Вот по этой вот гадости. Плюх. Плюх. Хорошо пошло. Семимет. Красиво. И плазменная пушка. Еще добавим сожжение. Супер. Шикарно. Так, теперь что? Этот. И так мне ничего бы не сделал. Ну ладно, уничтожим. С усиленной этой атакой. Можно заплевать капитально прямо-таки. Снайпер. Снайпер. 60% шанс попадания. 68. Давай вот эту попробуем. Бах. Прекрасно. И вот этого с фланга. Немножко долбану так. Так. Ну и добиваю вот этого вот товарища. Готов. Теперь ты. Что с тобою? Я никуда не долетаю, к сожалению. Давай. Вот здесь вот деф. Защитную позицию. Немножко подошел поближе. О, они со своего же убивают. Молодцы, молодцы. Опять истощение. Ух ты, ракетой какой-то жахнул меня. Да сильно. Очищение биоспорами. Еще лечение, еще лечение. Сон не подействовало. Электрические атаки. Лучниц. Не биохимические, а электрические. Герой, конечно, слабоват со своей пушкой. Что, лунь. Ворваться попробовать. Эти под щитами. Я вообще никуда не долетаю, серьезно. Как-то мне это совсем не нравится. Ну давай вот так вот. И в деф. Опять же, никуда не достаю. Ну давай поближе подлечу. На одну клетку. 45%, 85%. Давай вот эту вот собью гадость. Так. Цветочек. Маленький. На тебе. Ядовитую гадость. Повеселись там немножко. Ты какого уровня? У нас второго, в принципе, есть шанс уничтожить сразу. Так что я попробую. Ни хрена не вышло. Жаль. Жаль. Ну, теперь бегом. Бегом, бегом. Тут, правда, прятаться негде особо. Но будет две цели, как минимум. Давай сюда. Потом исцеление на тебя. И вот это вот сделать, правда. Он под щитом. Рин знает. Попробовать тебя переманить. Нет, не работает на них это все. Коррозия. Жахнуть коррозией. Всего две цели. Вот здесь можно... Жахнуть нормально. Давай коррозии сюда.
Опа. Нормалек. Меня устраивает. Шанс попадания 50%. Ну, блин, лучше бы полечиться на самом деле. Давай обоих подлечить. Так. Теперь ты. Бомбардировочку надо устроить. Прям так. Хорошенечко. Бабах! Бабах! Все, два трупа. Два трупа есть. Прекрасно. Ты, значит, подползай поближе. Бомбардировать, если только вот эту вот лучницу, разлучницу. Аллергия, замедление там. 24 урон. Жесть какая-то просто. У нас попадание 5%. Вы серьезно? 5? Вообще никуда не достает. Ну давай поближе подлечу тогда. 40. Под щитами, конечно, да. Кто-то с шансами попадания не очень. Ну давай сюда тогда. Нет. Не попал. Ну ладно. У меня регенерация все еще работает. Ух ты. Больно. Теперь на этих истощение. Только учитывая, что у них не биохимические атаки ни разу, то не знаю, сомнительная тема. Они же электричеством теперь бьют. Ох, как они этот цветочек-то не любят. Вообще все мои цветочки дико не любят. Ну, семимет это, конечно, просто жесть. Что он вытворяет? Так, ты. Давай-ка вот так вот сделаю исцеление. Ну а ты врывайся вот сюда. Неплохо. Фрей с феромонами. Да нафиг тебе спрей с феромонами. Бомби его. Тац. Тац. Все. Трупецкий. Супер. Подползаю цветочком еще ближе. И добиваю вот этого вот. Бамс. 23 дамага. Вот это жесть. Вот это просто жесть. Ну что, ты давай вперед из песни. Гранатка-то шандарахни. Тебя поближе и... Блин, исцеление теперь нельзя. Ну ладно, пробуй тогда. Вот этого может быть сбить. Критический. Бах, сбил. Да. Обалдеть. Еще снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Ну пробуй еще раз, снайпер. Ни хрена не получается. Не прокатывает. Но в любом случае я буду атаковать последнего более-менее боеспособного здесь бойца. Все походили, что ли? Все походили. Ну тогда пропуск, куда? Все ростки выносят. О, все, щит сняли. Там кто-то еще есть. Откуда у него граната? У дроида. Это вам интересно. Мне знать. Прям забрасывают, и смотри, гранатами. Ну, это ты зря. В смысле в недосягаемости. Ну, револьвером тогда давай, бам. Подлечу поближе, пусть хилит.
Плюх. Плюх. Нет, не хватило. Ну что, Берхане. Нет, сначала вот этого загрызу. Тац. 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 Все, готов. Этот готов. Ну и добить, получается, вот этого вот. Плюх. Души какие-то вылезли. Подкоп. Сюда. Иначе ту как. Цветочек. Бомбардировочку давай. Неплохо. Аллергия есть. Ты давай регенерацию. Великую на всех. Супер. Бупер. Значит... Этим цветочком я подползаю тоже поближе. И начинаю шпилить сзади ее. Пэмс. Отравление 3. Супер. Ты что, достаешь? Достает. Давай. В таком случае фигач. Победа просто офигенная. Сноси. Тац. Ну и меняю позицию вот сюда. А регенерейшн. Бессмысленно это. Пушки вам уже никак не помогут. Ну что, давай поближе. Тац. Ладно, давай, иди атакуй. Какой-то демон какой-то. Загрыз. Чисто духи какие-то бесплодные. Все, победа за нами. Причем вообще легчайшая. Время вышло, Берхане. Молись и готовься ко встрече с Создателем. Нет, не может быть! Мои идеальные дети, как вы смогли их остановить? Жальтесь, Алиуна, приди и спаси меня, мой незаконченный труд, высокие сады Эбры. Бедная моя Берхане, как же сильно штамм Альфа исказил твои некогда прекрасные черты. Ты была слишком безжалостна к себе. Не все пути ведут к спасению. Отдыхай, спи, и пусть тебе приснится новое начало. Таинственный голос какой-то. Алиуна, прошу! Прежде чем ваши бойцы успевают коснуться Берхане, ее тело на миг скрывается во вспышке зеленоватого света и бездыханным падает на землю. Сорокопут и копье. Наша охота успешно завершилась, и все же... Я не могу оставить увиденное без внимания. Берхане была не одинока в своих попытках. Кто-то дал ей возможность экспериментировать с ксеночумой. И теперь этот кто-то заставил ее замолкнуть навеки, чтобы она не смогла ничего рассказать. Хороший бой, мои новатека. Со смертью Берхане и ее чумы на Авиум СК-51 вернулся порядок. Ядро передает благодарность. Я подозреваю, что мы еще встретимся в будущем. Да направит вас целестианское учение. Победа, товарищи, победа. Шикарно. Я так понимаю, это была последняя миссия. Нет, не последняя. С Берхане ее мерзкими экспериментами покончено. Я завершила курс обучения матриарха Амазонок. Теперь я знаю, что для защиты природного равновесия в каждом мире Амазонки должны идти на жесткие меры. Сорняки в наших садах должны быть вырваны, а вредители уничтожены. Гармония требует жертв. А, да, все, кампания Амазонок пройдена. Ну, на этом у меня тогда... Как бы и все. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. Не забываем подписываться, если понравилось.